Для вязания шапочки снуда нам потребуется 3 основных цвета. Это снежинки. Разделитель, который будет оформлять нижний край, либо край снуда, верхний и нижний. И меховая пряжа для отделки, которая будет, собственно, и представлять из себя снежинки. То есть снежинки – это и есть меховая пряжа мехом. Если у вас нет меха, вы можете взять просто белую пряжу. Тоже будет эффект, может быть, не такой ярко выраженный, но снежинки у нас все равно получится. Выкройка клина есть, осталось его связать. Берем пряжу, начинаем с 2 игл. Раз, два. Смотрите, у нас, если мы начнем вязание вообще по расчету с одной петли, провязать 2 ряда на одной петле, это совсем не жизненно для вязания, поэтому мы сделали набор на 2 иглы, провязываем ряд. Наборный ряд и вот этот ряд, который мы провязали, в расчет не идет. Вот теперь я ставлю нулики на счетчики и провязали ряд. Прибавки у меня начинаются со второго ряда, второй, третий и так далее. У нас идут вперед наши прибавки, то есть в каждом ряду мы прибавляем слева-справа, слева-справа. Это все просто. В выбранных местах, там где мы поставили риски, между шестым и седьмым рядом будем делать ряд мехом. Так, второй ряд прибавка. И прибавка в каждом ряду. И пятый. Шестой. На шестом ряду между шестым и седьмым. Вот между шестым и седьмым у нас провязан, ряд должен быть провязан мехом. Ставлю иглы в среднее рабочее положение. Беру меховую нить, провязываю ряд, который не учитывается нигде. Руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. На самом деле это происходит гораздо быстрее, чем если я буду мучить машинку, упрашивать ее, она будет возмущаться, менять нить, нити водителя. Машины не очень весело вяжут меховые нити, меховые пряжи. Поэтому ручками провязали, все просто. Если у вас машина с ручной прокладкой, она без вопросов провяжет. Если у вас машина с нитеводом, провяжите руками. И дальше у нас седьмой ряд. Уже с учетом прибавки. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. 11, 12, 12 ряд на счетчике, вторая линия меха. Прокладываю нить, провязываю руками. Стараюсь выполнять петли, ну, примерно такого же размера, как в машину. Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, все просто. Девятнадцатый, двадцатый. Провязываем нить мехом. Положили нить. Главное, чтобы у нас язычки были открыты. И провязываем ряд. Thank you.
23. Проверяю, что у меня количество игл относительно центра одинаковое. Я нигде не ошиблась. 23, 24, 25. Клин готов. Закрываем. Обычной косичкой, стараясь не затягивать полотно. Таких клиньев нужно 18 штук. 6 одного цвета, 6 второго, 6 третьего. У нас 3 звезды. Поэтому мы провязываем. Три комплекта клинышков. Сейчас нам надо провязать, соединить их, и можно дальше оформлять наши изделия. Но для начала, конечно, клини и соединение. Все очень просто. Видите, что клинышки провязываются без усилий. Если вы где-то случайно забудете сделать прибавление петли, это не страшно. Но вот если вы перепутаете ряд меховой, это будет неприятно, потому что в процессе соединения нам надо будет четко... У меня даже разметка на машине стоит для соединения, поэтому я провяжу сейчас детали и буду опытом соединять. То есть я не буду соединять каждые две детальки между собой. Вот всех провяжем и соединим опытом все звездочки. Я думаю, так будет гораздо быстрее, потому что конвейер никто не отменял. Это оптимизация процесса. Сначала одна операция, потом вторая по накатанной. Все, так провязываете 18 клинышков. И будем заниматься соединением звездочки. Провязали детали, теперь их нужно соединить. Берем первую. На машине желательно поставить метки. Я взяла косметический карандаш. Купила его на Алиэкспрессе специально для того, чтобы рисовать. Выдвигается очень удобно рисовать на машине. Быстро нарисовали, быстро стерли. Так, берем какую-то метку. Можно даже скотч, можно чем угодно. Главное, не спиртосодержащими какими-то веществами. И делаем метки. Метки нужны для того, чтобы мы ровно в одном месте соединяли полоски. Вот сколько у вас полосок, столько ставите меток. Метка ставится между иглами, потому что полоску меха, либо отделки, мы пропускаем между отмеченными иголками. То есть меточка ставится между иглами. Либо на игле, если вы надеваете цвет на иголку. Я начинаю с тупого края, остренький у меня центр слева, край справа. Ну, я так сделала, мне так привычнее. Поскольку у нас мех на изнаночной стороне, изнанкой от себя, лицом к себе, той стороной, которую выбрали, либо так, но все время будем теперь в одну сторону надевать детали. Центр у меня слева, кончик острый сюда, надеваю. Хвосты, если у вас есть хвостики, как у меня, меховые, мы потом свяжем между собой, между деталями и подрежем. Но сейчас они у нас есть. Загибаю на себя, то есть внутрь полотна, и начинаю надевать деталь за самые-самые кончики. Вот здесь, между этими иглами, у меня будет мех. Поэтому с одной стороны и с другой стороны. Мех пропускаю между, остальное распределяю на иголках. Вот здесь у меня мех на себя, внутрь полотна. С одной стороны зеленая, с другой стороны зеленая. Мех внутри. Остальное распределяю на иглах равномерно. Стараюсь брать как можно меньше. Одну протяжку, одну ниточку. Мех на себя. Вот здесь мех. Раз, два. Остальные на иголке. Сколько брать игл? Так, чтобы деталь не перетягивалась. Идеально, конечно, под расчет, но учитывая, что вязать мы ничего не будем, будем соединять. Вот как легла деталька, вот столько игл и беру. Так, первая деталь наделась. На иголке все отлично. Берем вторую. Мы же две детали соединяем. Только теперь я надеваю изнанкой к себе, то есть изнанка у нас, лицевые стороны идут внутрь, изнанка наружу. И хвостики я теперь заправляю внутрь. В принципе, можно и наружу, если вам тяжело, потом вытяните. Так, вот здесь у меня белый мех.
Раз, два. Остальные равномерно надеваем. Ну, здесь у меня белый мех. Исправляю его внутрь. Слева, справа. Ну, здесь мех внутрь. У меня 20 игл на деталь на соединение. Так, все. И соединяю. Соединять буду этим же мехом, просто делаю закрытие косички очень рыхло. Очень рыхло закрываю мехом, все получается очень пушисто. Но для того, чтобы как можно меньше рвать мех, я сделаю за соединение двух деталек сразу. Поэтому начинаю с края. Край у меня справа. Оставляю хвост с мехом с правой стороны и начинаю закрытие деталей. Обычная косичка. Старайтесь, когда закрываете, поворачивать мех так, чтобы вверх он шел, тогда он не перекручивался. То есть не давайте меху перекручиваться в рулик, тогда он будет более пушистый. Вытягиваете объемные петли пушистые, и таким образом у вас будет объемное и такое пушистое соединение. Плюс к этому не будет стяжки. Потом этот мех можно щеткой причесать, он распушится, будет вообще здорово. Если у вас не мех, вы можете делать то же самое, только не просто соединять косичкой, а делать одну петлю фактическую, одну воздушную. Одну соединительную петлю, одну воздушную. Тогда у вас при таком методе соединения не будет видно деталей. То есть вот эта соединительная часть полотно закроет шов. Так, вытянула петлю подлиннее. Оставила. Ею я соединю сейчас следующую деталь. Вот что у меня получается. Беру к себе лицом, изнанку наружу. На этих же иглах надеваю на эти же точные иголки хвостик на себя. Вот здесь у меня хвост находится с этой стороны. Право-лево. Остальные равномерно распределяем. И все то же самое. Таким образом мы соединяем детали в круг. Сейчас эту же нить покажу вам. Хвост на себя. Вот здесь у нас право-лево от меха. Остальное равномерно распределить. На себя. Раз, два. Следующая деталь. Изнанкой к себе. Точно так же, только хвостики теперь загибаем внутрь полотна. Вот здесь мех, право-лево. Ну, все то же самое. Вот такая долгая и не сильно кропотливая, но не сильно интересная работа, соединение. Если у вас детальки все одинаковые, они идеально соединятся.
самый кончик. Соединили, закрыли язычки, опустили, берем крючок, ищем петлю, подтягиваем ее, таким образом мы и детали между собой стягиваем, и не рвем лишний раз меховую пряжу, потому что чем меньше хвостов убирать, тем легче. И закрываем. В следующий раз мне придется брать новую нить, то есть я сейчас ее отрежу у края, и когда надену следующую пару, я буду их соединять отдельно своей меховой нитью отдельной. Итак, петли свободные. Рыхлые, тогда у вас стяжки не будет, потому что меховые пряжи, как правило, не эластичные, они на достаточно жесткой основе идут, практически не тянутся, поэтому нам нужно дать возможность полотну хоть немножко ходить, эластичность проявить. Так, отрезаем. Мы соединили три полотна. Это ровно половина. Вот четко по картинке, видите, ровно половина звездочки. Видно, что никуда мы не уехали. По расчету абсолютно все верно сделано. Вот так выглядит с изнанки. Потом мы подтянем вот эти хвостики, свяжем их между собой. И можно будет спрятать вот сюда, вот в петли. Таким образом завершаете в круг. Когда вам надо будет завершать, вы просто надеваете одну деталь, заворачиваете и соединяете. Тоже одной нитью. То есть нам надо будет сделать три отрезка, скажем так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На остальные детали, чтобы как можно меньше у нас было хвостов в центре. И так достаточно будет чего убирать. Все, завершаете. Таким образом соединяете все три звездочки. И нам останется оформить их уже в дальнейшее изделие. Провязали три снежинки, соединили, раз, два, три. Я еще соединила их между собой, но для того, чтобы в дальнейшем мы полностью провели обработку, соединили с планкой, мне нужно будет еще и второй край соединить. Ну, просто наглядно видеть, когда они в таком виде лежат. Вот сейчас в таком виде соединили. Проверьте, подходит вам размер. По идее, если вы правильно посчитали, это шапочка в виде шапки, вам будет четко по размеру. Мне как раз сидит ровно так, как я хочу. Теперь мне нужно выполнить нижнюю часть. Немножко откладываем в сторону наши детали. И будем вязать кулирку либо резинку. Я буду оформлять край резинкой. Но прежде чем оформлять, определяемся с размерами. Размер планки. Вот здесь, поскольку я вяжу на размер 54, я даю припуск 2 сантиметра на растяжку, то есть 54 это мой размер, я вычитаю из него 2 сантиметра на свободу, то есть с минусом. Свобода с минусом идет утяжка, иначе будет сильно широко сидеть, тем более я делаю планку, она должна плотно на голове быть. Так, 52 сантиметра у меня будет размер планки. Есть петельная проба 2,18. Умножаем на 52, получаем 113, ну, на шов еще 114 петель. Мне нужно провязать 114 петель. Насколько длинную будем делать планку? Берем деталь, смотрим по высоте. Шапка у меня, для того, чтобы она сидела на голове, ну, более-менее нормально, это 42 сантиметра. Делим пополам, это 21. То есть мне нужна длина шапки 21. Измеряем.
10, 20. Ну, смотрите. Мне буквально, ну, парочку. 2 сантиметра можно на планку. То есть 2 сантиметра. Это максимум. Потому что 42 это уже с припуском, со свободой. Значит, высота планки 2 сантиметра. И дальше что мы будем делать? Мы будем эту планку делить на 3 части. Почему на 3? Раз уголок, два уголок. Ну и то, что я вам говорила, соединяем еще 2 детали, получается 3 уголок. Лучше делать шов не посередине планки, то есть вывязывать дополнительные углы, а уголки целиком. Раз уголок, два уголок, три уголок вывязали на планке. То есть вот у нас есть основа. Раз уголок вывязали, два уголок вывязали, три. Ну, криво-криво-косо, но, в общем-то, понятно. И вот эту вот детальку мы соединяем между собой. Получается, что вот в таком варианте мне пришлось бы вот так надвязывать и сшивать посередине. Я не хочу посередине выполнять шов, поэтому делаем 3 уголка одинаковых. Для этого мою планку нужно поделить на 3 части. Делить легче петли. 114 делим на 3. Получается 38. Ну, слов нет, идеально. 38 петель, 38 петель, 38 петель. Плюс 1 краевая, плюс 1 краевая, которые пойдут на сшивание. Все. Сколько провязывать? Так, сейчас можно соединить в круг наши 3 снежинки, потому что соединять мы будем по очереди. То есть мы провяжем вот эту конструкцию и будем по очереди соединять каждый уголок с каждым элементом. Здесь все будет очень просто. Провязываем резинку. Так, как высоко? 38 петель. Смотрите, берем прямую какую-то поверхность. Сколько не хватает? Сантиметров нужен уголок. Могу посчитать просто по провязанным рядам, даже без петельной пробы. Так, мне нужно будет провязать уголок. Вот здесь я знаю 38 петель. Высота уголка просто по провязанному. Беру линейку, отмеряю 5 сантиметров и просто считаю, сколько это рядов. У меня это 16 рядов. То есть 38 петель это пополам, 38 делим на 2, это 19. За 19 петель я должна убрать 16, так, простите, там я себя запутала. За 16 рядов я должна убрать 19 петель, конечно, наоборот. 16 рядов, в каждом ряду я убирать петли не могу, я буду провязывать частичным вязанием уголки. Значит, у меня 16 рядов 8 раз. За 8 раз, потому что частичное вязание выполняется через ряд, я убираю 19 петель. 19 делим на 8, получается 2 петли каждый раз и 3 петли через 3, наверное. Сейчас будем смотреть. 8 раз. 1, 2, 1, 2 ряд, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Почему так? Потому что я буду выполнять прибавки-убавки с двух сторон. Одна фаза с одной стороны со второй. Вторая фаза с одной стороны со второй. То есть за первый, второй ряд я убираю 2 петли точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. У меня еще 3. 1, 2, 3. Кое-где. То есть здесь 3, вот здесь 3, ну и вот здесь 3. Более-менее равномерно. Все остальные петли, ряды по 2, по 2 петли. В общем, можно было это считать в программе КНИТ, но мне кажется, быстренько можно посчитать и вручную. Считайте руками, считайте в КНИТе, как вам удобно.
К нестайлере вы можете построить по рядам, по сантиметрам треугольничек. У вас все будет рассчитано. Я посчитала. Значит, сейчас я вяжу резинку на 114 плюс 2 краевых на 116 петель. 2 сантиметра. Ну, это где-то 8 рядов там. Пускай будет 8 рядов. И после этого я провязываю уголки по вот этому странному расчету. Он странный, кажется, для тех, кто первый раз такое видит, но кто попробовал этот графический расчет в деле, тот понимает, насколько это быстро, удобно и просто. Главное, наглядно. Расписали порядно каждую строчку, проблем нет. Провязываем. Провязала 114 плюс 1 плюс 1. Теперь мне нужно вывязывать уголки по 38 игл. Не забывай, что первая игла в расчете не берется и в работе не участвует. То есть провязывать уголок при ее помощи я не буду. Она у меня останется на вот этом месте, и рядов на ней будет ровно вот столько, сколько есть. То же самое с другой краевой петлей. Они увеличиваться и провязываться не будут, она сразу ставится вперед. Дальше мне нужно отмерить 38 игл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Остальные все вперед. Почему 19 отсюда? Потому что рабочая нить тут. Просто будем сразу провязывать этой вот рабочей нитью. Рычаги частичного вязания включаем. И по схеме первый ряд провязали. Три иглы убрали. Но сначала, что мы делаем, чтобы не запутаться, где у нас какая часть. Вот эту 19-ю иглу отмечаю, ставлю меточку. Отмечу вторую часть, провяжу, поставлю вторую меточку, чтобы мне потом не потеряться, где у меня какая игла. Можно даже серединку отметить. Но серединку мы, я думаю, и так увидим, где она будет находиться. Поэтому все, провязываем частичным вязанием уголок, не заходя за 16 рядов. В конце концов, если вы чувствуете, что не укладываетесь, что-то у вас там не так встает, лучше оставьте небольшой прямой участок. На данной конструкции это будет не столь критично, как если вы провяжете больше рядов. Так, частичное вязание включили. Счетчик. До счетчика я, конечно, не доеду, но на всякий случай обнуляю его. Провязываем первый ряд. Считаю, как эта игла стоит. Раз. Обвили иглу, стоящую в переднем положении, потому что здесь иначе будет расхождение петель. Нам это не нужно. Итак, первый ряд. По три иглы я убираю сразу. Раз, два, три. Я знаю, что я делаю частичное вязание, убираю иглы. Либо вставлю в работу с противоположной от каретки стороны. Три. Сразу обвила иглу, стоящую впереди, даже не думая, автоматом. Первый ряд, второй ряд. Так, раз, два. Руками двигаю счетчик, чтобы не потеряться. Итак, почему первый и второй? Потому что первый, второй ряд, вот это первая фаза. Три иглы с другой стороны. Все очень логично. Третий, четвертый, по две иглы. Третий, обвили, две иглы, четвертый, обвили, две иглы, счетчик, третий, четвертый. Сейчас у меня начинает подниматься полотно, и уже критично нужно навешивать грибенки, грузики. Иначе вязание будет подниматься и портиться. Давайте побольше, сейчас будем их убирать. Так, дальше. Пятый, шестой, две иглы. Пятый сразу обвили, две иглы. Шестой сразу обвили, две иглы. Счетчик. Пять, шесть. Седьмой, восьмой по три иглы. Ну и так далее. Три иглы. Три иглы, счетчик 7-8.
Эти грузики мне уже не нужны. Мне нужны центральные. Так, 9-10 по 2 иглы. Две. Обвили. Две. 9-10. 11-12 две. 13-14 три. 14-3 и остается 4 как раз по 2. Так, 2. Вот они. Нить у меня находится в центре. Больше я вязать не буду. Можно, в принципе, было бы сделать сглаживающий ряд, переехать на следующий уголок. Не буду это делать. У меня и так столько хвостов, что еще один хвостик меня не спасет. Плюс к этому отличная метка. Вот она. Между иглами как раз находится. И мне ничего привязывать не надо, потому что здесь у меня стоит метка на машине. Здесь я, в принципе, тоже могу ее поставить. В общем-то, метка для дальнейшего соединения деталей. Все. Эти иглы, вот эту часть я оставляю на петли, на иглах. Я их не срезаю, не снимаю, они тут остаются. Перехожу на следующие 19 игл и выполняю то же самое. На следующие 19 игл то же самое. У меня в итоге 3 готовых уголка, на которые я буду надевать детали. Провязали. Провязали 3 уголка. 1, 2, 3. Вот они. Мешки частичным вязанием. Это точное заполнение, если мы все верно посчитали, уголков снежинок. Поэтому сейчас, ведь я сшила снежинку в круг. Так удобнее, чтобы потом не пришлось этого делать. Краевая петля остается, мы ее не трогаем. И давайте пойдем с краю. Можем в центр, с краю, откуда удобно. Как удобно, как хотите, будем соединять. У меня есть метки 38, 38, 38. Поэтому берем первые 38 и соединяем полотна. Все очень просто. И делаем, в общем-то, то, что мы с вами уже делали на снежинках. Соединяем, надеваем два полотна лицом к себе. Лицо у нас там, где снежинки, потому что это будет внешний шов. Центр. Так, самое главное не ошибиться. Центр. Вот он. Одна часть снежинки, другая. То есть мы не вот так снежинку надеваем, одну на 38, а две соседние. Чтобы у нас между снежинками часть точно попала на хвостик, который у нас остался посерединке. Поэтому надеваем на за протяжки все то же самое. Вот он край. Первая снежинка. Центр. Где хвостик, вот отметка стоит. Одна. Вторая. И равномерно распределяете. Да, здесь будет немножко с припосадкой, потому что по кривой и по прямой у нас идет расчет немножко по-разному. Одна часть. Вот эти хвостики, конечно, желательно бы тоже убрать сразу внутрь.
проще. И вообще ничего с лицевой стороны не остается. Надели, соединили. Закрываем так, чтобы рабочая нить у меня вышла к следующему этапу, к следующему блоку, чтобы вот ее не резать. Потому что это мех, лишний раз резать его совсем ни к чему. Так, первая деталь, смотрите, вот здесь вот я могу через петлю пропустить рабочую нить. И вот эта нить, ну или эту, неважно. Пропускаю через открытую петлю любую рабочую нить, их тут много, не меховую. И убираю петлю и иглу назад, чтобы она и не принимала участие в закрытии мехом. Она совсем не нужна закрытая, мы ее уберем внутрь. И дальше, в зависимости от того, что у вас соединяется. Если мех, и вы видите, что меховое соединение вас на снежинках устроило, качество мехового соединения, делайте точно так же. Если у вас не мех, и вы соединяли каким-то другим способом, вот эти детали вы соединяете ровно так же, как соединяли снежинки. Можно было провязать сглаживающий ряд после уголков, но это просто лишние движения, которые, в общем-то, здесь не сильно нужны. Так, закрываем, соединяем первую деталь, вторую надеваем после того, как закрыли эту деталь, и третью. И таким образом у нас все три снежинки логично соединяются с той деталью, которую мы провязали. Сейчас закроем и перепроверим себя. Так, выдергиваем петлю подлиннее, потому что она, чтобы она не убежала, этой же петлей мы продолжим соединение дальше. Убираю грузы, если они есть. Убираю оттяжки, если они есть. Убираю гребенку, если она есть. Она сейчас будет только мешать и не давать нам открыть, посмотреть на изделие. Снимаю провязанный элемент и смотрю. Он идеально вписался в полотно. Вот он. Все выровняли, все просто, чудненько, прекрасно. Все, мы можем закрывать следующий элемент. Он точно так же логично ляжет на полотно. Убираю. Следующие 19. Ой, простите, 38. Что-то у меня все на 19 тянет. Вниз все хвостики внутрь, первая часть, вторая часть, два разных цвета. Вот этой же петлей, нитью, она хоть и меховая, но рабочая нить, соединяйте вторую деталь
потом разворачиваете и завершаете по кругу третью. Нам останется только соединить резиночку и посмотреть, что получается. Соединили. Вот она, шапка. Практически готовая шапка, практически готовый смут. Так, для шапки зашиваем краешек. Видите, вот за счет того, что мы не стали делать разделение, ну, там, где оно логично ложилось, если бы мы не соединили детали, то у меня шов бы шел вот здесь. Мне это не нравится. Шов мы убрали в самое минимальное место и зашиваем. Зашиваем вот так вот все вот эти хвостики сюда. Оставили немножко рабочей нити. Ею и зашью. За петельный столбик. Вот он с одной стороны. Вот он с другой стороны. Но прежде чем я буду зашивать весь шов, делаю парочку стежков. Останавливаюсь и смотрю на изнанку. Попало, не попало. Так. А вот не попало. Значит, не там у меня стежок. Темная нить, плохо видно. Значит, убираю. И делаю заново. Так, ищу здесь петельный столбик. Вот он. И ищу здесь петельный столбик. На резинке его бывает плохо видно. Так, похоже, и вот он. Делаю пару стежков. Разворачиваю резинку и смотрю, попало. Так, вот он, изнанка. Вот она, лицевая петля. Все. Теперь ровно. Зашиваю до конца. Проверяю, что все ровненько, но здесь вот сейчас выровняем стежки, то есть столбик не перекошенный. И теперь задача, прежде чем мы будем дальше соединять шапку, либо провязывать снуд, убрать вот это вот немеренное количество хвостиков. Итак, что касается шапки. Шапка теперь вот точно таким же способом, как мы делали соединение. Мы надеваем на иголки уголки. Раз уголок, два уголок, три уголок. Раз, два, три. Три соединения и шапка готова. То есть это шапка. Ее можно носить, она очень симпатично смотрится, снежинки. Если хотим снуд, разворачиваем и выполняем ровно вторую деталь, как мы выполнили уже попереду. По этому же способу, по этому же методу, вот по тем же расчетам. Провязываем еще одну планку с уголками и на нее надеваем уже готовую деталь. В любом случае хвосты убирать надо. Они не эстетичны, они нам будут портить изделие, неважно, шапка это или снуд, поэтому беру и убираю все эти хвостики. Неважно, меховая нить или обычная. Завязали узелком, чтобы оно не расходилось, не развалилось, потому что это нить достаточно скользкая. И заправляю ее белое в белое. То есть не надо белые эти нити заправлять в черные провязанные петли. Проделаю несколько петель. Не каждую петлю, не насквозь, а через петельку. И протащила. Можно в разные стороны разводить. Будет немножко поаккуратнее. Сейчас разведем в разные стороны. Все. С лица никак не скажется. С изнанки все очень хорошо. Так, второе. Способ в разные стороны разводить. Но узел мы завязываем все равно, потому что они не крепятся ничем. Завязали узел, желательно обратный, с закрепом. Одну часть в одну сторону, вторую часть в другую. Так, беру петлю от петли одну, видите, не целиком протаскиваю через весь ряд, а через петельку. Протащили эту в одну сторону.
эту часть в другую сторону одну петлю, например, все правые, раз, два, правая часть петли, и протащили в другую сторону, затянули, отрезали. Как ничего и не бывало, да? Ничего и не заметно, ни с лица, ни с изнанки. Так желательно убрать все хвостики. Что касается отверстия. Отверстие у нас присутствует после того, как мы связали деталь. Есть масса рабочих нитей. Вот сколько деталек, столько и нитей. И отверстие не могло без него получиться, потому что большое количество деталек все равно минимальное, но оно будет. Раскладываю хвостики. И так, раз, два, три, четыре, пять. Где шестой? Шестой хвост, вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И связываю хвосты, четко лежащие напротив друг друга. Одни связала хвосты напротив, вторые стянула хвосты напротив, третья пара хвостов, которые находятся напротив друг друга. Стянули. Идеально закрыли отверстие. Теперь все хвостики можно точно так же заправить внутрь полотна. Можно развести в разные стороны, можно заправить внутрь. Поскольку у меня в начале, в самом, все снежинками заткано, очень такое густое полотно, я могу вот так вот и сделать все вместе, оптом. Пропустить их через пару петель. На снежинке это никак не скажется, ей все равно, а петли спрячем. Ведь обрезать под корень просто не надо. Надо хоть немножко дать возможности полотну. Не полотну, а нитям не распуститься. Поэтому под корешок никогда не отрезаем. И все. Убираем все хвостики. И дальше решаем, что мы выполняем. Либо продолжаем снуд, либо завершаем шапкой. Но в любом случае, каждое следующее действие для вас уже не будет неожиданностью. Все понятно, как надо выполнять. Если вы хотите выполнить комплект, провязывайте не 18, а 36 звездочек. И будет у вас и шапочка, и снуд. Совершенно очаровательный зимний вариант снежинки вьюги. Потому что действительно падающие снежинки. Шапочка готова. После того, как мы оформили все три снежинки, провязали нижний край, убедились, что нам все подходит, зашиваете верхушку, то есть делаете три шва точно таким же способом, как мы соединяли все детали. У вас получается вот такое цельновязное полотно внутри. После того, как мы убрали все хвостики, все тоже очень чисто, красиво, ничего не будет мешать и создавать такую неряшливый вид. Поэтому обязательно огромное количество хвостов, которые у нас получалось в процессе вязания, убирайте. Как убирать, я вам показывала. Шапочка готова. Это первый вариант. Хотите, оставляйте. Хотите, вяжите еще одну деталь из трех элементов. Оформляем нижний край. Переворачиваем, оформляем верхний край по той же самой схеме. Если вам не нужна шапка, вам нужен снуд, вы просто не зашиваете макушку. Переворачиваете вашу деталь и выполняете ровно ту же часть, которую мы уже с вами создали по нижнему краю. Шапочка уже сшитая, планочка, и по очереди все три элемента соединяете с основой. Получается снуд.